веерный разбрызгиватель. Чтобы сделать эту игрушку, нам необходимы пластмассовая трубочка, спицы с гайкой, 1-литровая пластмассовая бутылка, некоторые другие необходимые вещи. Сначала возьмем липкую ленту, проведем вокруг бутылки на верхней части, отрежем по этой секции. Теперь отрежем 20 лепестков в этом пластмассовом шарике. Эти лепестки станут как бы крыльями для нашего пропеллера. Помещаем на стол и придаем их, чтобы они отделились от друг друга. Вот и готов наш пропеллер. Теперь возьмем спицу. Удаляем от нее гайку. Возьмем крышку от бутылки, сделаем отверстие. Устанавливаем гайку. Теперь возьмем пластмассовую трубочку и через центр ее проведем спицу. Сделаем с двух сторон отрезки и преобразовываем это в треугольную форму. Закрепляем это с помощью липкой ленты. Вот и готов наш вращатель. Теперь возьмем поливинилхлоридовую трубу, сверлем маленькое отверстие, помещаем туда спицу, с другой стороны помещаем бусинку, затем пропеллер. Вот и готова наша игрушка. Когда вы дуете на пропеллер, как видите, треугольная часть начинает вращаться. Помещаем треугольную часть в воду. Как видите, когда начинается вращаться пропеллер, вращатель вращается и он разбрызгивает воду. Это на самом деле превосходный эксперимент, который можно сделать в горячий летний день.